Добрый день, лохматая душа. Хочу от всей души и от всего сердца поздравить всех вас с 18-летием создания благотворительного фонда помощи бездомным животным и основателя, директора приюта Валентина Анатольевна Силич. Пусть эти строки будут для всех вас низким поклоном за ваш нелегкий труд и огромные сердца. У каждого свой путь, свои дела. По-разному звучат сердца и души. Один всегда поможет тем, кто слаб. Другой не хочет ни смотреть, ни слушать. В одних трепещет тонкая струна. Всегда на высшей ноте и на грани. Другим нужна всего лишь тишина, где ничего не трогает, не ранит. А ты из тех, в ком сердце и пожар. Из тех, кто не умеет быть в сторонке, кто даже ночью будет вдаль бежать, чтобы защитить щенка или котенка. Ты там, где плохо, где мерцает жизнь, почти на грани, взглядом призывая, в тебе ни лицемерия, ни лжи, ты просто настоящая, такая. И смотрят нескончаемо опять 2000 созданий, чутких, верных, способных столько счастья отдать, что многим людям не понять, наверное. А ты все видишь, чувствуешь всегда и любишь их до капли, без остатка. И вот уже не месяц и года идет за братьев наших меньших схватка. Порой без корма, часто и в долгах, на волевых, на вере. Так и надо. Ведь жизнь не измеряется в деньгах. Она в спасенных душах, не в наградах. И снова утро. Снова надо в бой. За тех, кто смотрит с верностью, с надеждой. Кто все отдать готов за жизнь с тобой. Кто тыкается носом в руку нежную. В ком нет деления на добро и зло. Кто все прощает вопреки рассудку. Кто отпускает в мир свое тепло. И языком шершавым лижет руку. Лохматая душа. Иди вперед, спасай назло и временам, и нравам. Чужая боль покоя не дает, и в этом будешь ты все время правой. А значит, надо снова зубы сжать, не допуская в ум и сердце слабость, чтоб не пришлось по радуге бежать, чтоб никого без дома не осталось, чтоб взгляд горел не голодом уже, а радостью от обретения дома, и чтоб не быть всегда настороже, встречая на дороге незнакомых. Сегодня, Валентина, день большой. Для всех хвостатых и для всех ушастых. Ты рядом с ними, телом и душой. Ты защитить от бурь и бед ужасных. А цифра 18, как маяк. И как пример для подражания многим. Делами учишь волонтеров, как поддержкой быть несмелым, одиноким. Как, собирая искренних людей, водителей, работников приюта, зажечь в груди их тысячи огней, даря надежду каждую минуту. Все эти люди за тобой идут, поверив в бесконечную заботу. И вот уже щенки тихонько пьют то молочко, что принесет им кто-то. И вот уже привозят на вокзал и корм, и вещи, помощь предлагают. Тебе Господь талант спасения дал и добрых дел, что сердце исцеляет. Способна ты все правильно решать и открывать для всех приюта двери. Пускай живет лохматая душа и души те, что вновь смогли поверить. Еще раз всем низкий поклон, всем крепкого здоровья, счастья и огромного терпения. Благодарю вас. Одна из подписчиц. Одна из многих подписчиц. До свидания. А помогли создать этот шикарный шедевр ребята, талантливейшие ребята из Москвы, команда рифмачей. Она тоже присоединяется к вам и поздравляет вас всех с этим праздником. Всех вам благ. Всех вам благ, дорогие. Так, ну что, ребят, вот так красиво мы выглядим, когда гуляем по вольерам. Могу показать поближе.
Особенно подбородок. Машка уже умылась. Да, и на ходу перекусываем сухариком. Ладно, ребят. И Вика, и Маша, и Люба. Надя еще в кошатнике, да? Люда, ой, вернее, господи, я лично тебя в Любу перекрещиваю. И Люда, и Надя у нас в кошатнике. То есть сегодня у нас четверо. Ребята, здесь те, кто реально своим трудом, своим отношением, тем, что никогда не бросал, никогда нам трудно, никогда нам весело. Просто здесь те, кто с нами по-настоящему. Те, кто не предал, не сказал плохого слова. И даже когда очень трудно, приезжал, помогал и впрягался, и все на свете делал. Ребята, это и есть настоящие волонтеры. Валентин, ну побывали мы у вас в гостях, посмотрели на ваши действительно огромнейшие вообще объемы, сколько животных вы содержите, и в какой вот чистоте, насколько они все ухожены, конечно, это прям дорогого стоит. Вот. Эмоции зашкаливают. Ну вот, если вы будете не против, конечно, мы будем, наверное, периодически к вам приезжать, но помогать, чем сможем.